Ребята, если вы поставите лайк под этим видосом, в конце я открою пак со средним кумиром. Вау, вот это контент. Пацаны, в последнее время я все чаще пытаюсь протолкнуть философию о том, что играть нужно в удовольствие, играть нужно не отталкиваясь только от результата. Мне не нравится то, что эта игра превращается в дрочево. Заходишь в Weekend League, там задроты. Заходишь в Division Rivals, там задроты, которые выбивают токены на икон. И я думаю, что вы поняли, к чему я веду. Сегодня я хочу собрать самый креативный состав, который вообще я смог сгенерировать у себя в голове, отталкиваясь от футболистов, которые мне нравятся в реальной жизни, и FIFA. Forza Resolve, наверное, такой видос выпускал, где сказал, что там будет интересная команда, а там какая-то херня была. Так вот, сегодня вы действительно увидите самую интересную команду FIFA 20. Ну и перед тем, как мы стартанем, ребята, спонсоры OneX. Не забывайте про них, ведь OneX — это высокие коэффициенты, моментальные выплаты и множество спортивных дисциплин. Что же еще нужно для счастья? Ссылочка будет в закрепленном комментарии, промокод PANDOS даст вам бонус на старте. Также, ребята, не забывайте про мой личный сайт с продажей монет, ссылка будет в описании. Итак, на позиции голкипера у нас будет стоять Лев Иванович Яшин. Да, я понимаю, это сумасшествие отдавать за голкипера 1 миллион монет. Конкретно тут вы платите за имя, за модельку, ну, за сам факт того, что вы играть из-за своего соотечественника, у которого есть карточка легенды. Ну и самое забавное, у голкипера с рейтингом 95 меньше перок, чем у того же Алисона. А сейчас, ребята, будет игрок, ради которого я перестроил абсолютно весь состав. Игрок, ради которого я выкинул Ван Дайка нахер. Это Опара. Если вы не смотрели обзор на эту карточку, ссылочка будет вот где-то сверху. Ну и как понимаете, линки у него были довольно-таки слабые, поэтому мне пришлось поставить Несту, поставить Занетти, ну и Эссен. Эссен вот действительно крут, это одна из моих любимых карточек FIFA 20. Дальше, ребята, на позиции правого защитника у меня будет стоять чувак, фамилию которой лучше не произносить. И как вы понимаете, все для того, чтобы у Куарежмы все было тип-топ. Да, ребята, безумно мне понравилась эта карточка, 35 матчей, 29 голов. Обожаю за него финтиться, лонгшот у него безумно крутые, поэтому, естественно, эта карточка будет тусить у меня в основном составе. Как бы скептически я не относился к этой карточке сначала, сейчас она мне начинает немного нравиться, так скажем, привыкаю к ней. Да и вообще, сам факт того, что это Руни, это уже как бы плюс в копилочку. Всегда приятно играть игроками, которые тебе нравятся в реальной жизни. Ну, еще одна карточка, которая вышла совсем недавно и от которой я безумно тащусь, это Эйден Магиди. По сути, это тот же Куарежма, только на левом фланге. Финты 5 звезд, это великолепно. Дриблить тоже очень круто, поэтому это тоже карточка, которая обязана быть в моем основном составе. Короче, ребята, cool story. Купила, значит, Джерарда, его самую топовую карточку Prime в моменте. Я на таким дерьмом оказалась, я просто продал его через 5 матчей. И тупо поставил вот такого вот обычного Джерарда на 2 матча. Ну и звездочкой на елочке, так скажем, у нас будет Дельф. А во время матча все будет выглядеть вот таким вот образом. Ну и как я говорил в начале видео, в конце мы откроем среднего кумира. Надеюсь, нам повезет. Тут не надо быть гением, чтобы предположить, что этот парень собирает токены на легенд. Как я и сказал, я буду стараться забивать какие-нибудь красивые голешники. Вот, допустим, Куарежма бежит такой, оп-оп-оп, ой-ой-ой, хорош. Хорош, смотрите, что делает Куарежма. Ой, ну тут Дайон, конечно, давит, испортил мне все. Так, так, хорош, и в дальний! Да твою Магиди! А, боже, боже, я пироженку ем. Так, что здесь надумал я? Опара, ну-ка, прессую, хорош. А почему у Яшина кепки нет? Ты чё, FIFA? Ну, просто замечательно. Отвлекся на отсутствующую кепочку Яшина и пропустил какую-то херню. На самом деле это очень хреново. Нахер мне его вот это вот ультра прайм в моменте, если на нем нет кепочки. Кепочка решает. На! Хорош! Это Магиди, ребята. Найс, чувак просто при ничейке ливнул. Дай-ка угадаю, это тоже чувак, который выполняет задание на токенах. Кстати, у этого серебряного чувака есть 4 звезды на финтах, как вы можете заметить. Оп, хорошо. Оп, хорошо. Тихо, тихо, тихо. Оп, накрутил. Боже мой, боже мой! Блять, да ты серьезно, трипер. Блять, на какого хрена? Блять, прайм в моменте Яшин пропускает от трипера. Блять, чё за бред? Ну реально, голкипер в этой игре это такой рандом, блять. Так, Сколс. Я тут Сколса, кстати, вместо Джерарда поставил. Потому что у него там контракт на один матч остался. Так, а чё здесь происходит? Ты чё, дурак, что ли? Йоу, мэн. Ну ты вообще нормально, что ли? Зачем он вышел из ворот? Я в шоке. Я бы сейчас охренел, если бы он пропустил бы со второго удара. Охренеть, вы посмотрите! Я никогда в жизни такой анимации не видел! Ребята, честно, не спиздеть, я вот такую анимацию вообще не припомню.
Конечно, я, может, в глаза долблюсь, но это просто жесть. Так, давайте попробуем закрутить ворота. Это ведь Куарежма перекладину попал. Бля, не подходи к воротам, чувак. Вот без шуток, мне кажется, вот с Хамидом, блядь, из прошлого выпуска было надежнее стоять в воротах, нежели вот с Яшиным. Опять перекладина! Ой, хорошо-то летит. Сколс! Хорош, слева нерабочие ноги забивает. 3-2. Здесь сделаем вот так вот. Рулеточку, оп-оп. А здесь еще вот такой вот финт и... Давай! Хорош! Как же он крутит, вертит просто! Не, пацаны, вот Магиди, Куарежма — это прям must have. Такие чуваки, разъебатеры. Я в шоке просто. 3 из 3 у чувака залетело, блядь. Так, я все-таки постараюсь это сделать. Давайте, красиво нужно зафиналить. Ой-ой-ой, какая красота. Опара. Я хотел сначала закрутить ворота, но этот черный гигант прибежал и решил замкнуть головкой своей. 5-3. Красивое завершение. Так, давайте смотреть голы, которые пропустил Яшин. Ну, это прям смешно, что мне правозащитник забил, конечно. Ну, ладно. Дальше нас ждало еще смешнее мероприятие. Это вот эта вот прекрасная анимация, которую я увидел впервые, блядь, наверное, за всю историю FIFA. Что это, блядь, вообще такое? Я не знаю, стоит ли вообще что-то говорить, но посмотрите сами. Вот это, блядь, нормально? 95 рейтинг карточка. У него рука проходит сквозь ногу, блядь. Сквозь ногу, блядь. И Esports, ну вообще долбанулись, что ли. Проходит сквозь ногу, вылазит. Это как вообще он так... Это что, блядь, за поза нахер? У меня просто нет комментариев. Бля, вот этого парня я боюсь, конечно. Ну шо, полетели, ребята. Третий матч. Постараемся в очередной раз показать какую-нибудь красотулечку. Как тебе там, а? Ой, хорош, блядь. Ну я довыебывался, да. Ой, блин! Это было бы красиво. Жалко, чувак не вышел из ворот. Пролетаем. Бля, Бенедер у меня, бля, раз в 90-й, блядь, мяч уже отнимает, блядь, в опорт. Опять Бенедер у меня мяч отнимает. Так, а вот сейчас действительно страшно становится за Льва Ивановича Яшина, потому что, пожалуйста, ну посмотрите, он опять что... Что он опять сделал? Какая-то странная анимация, блядь, я не могу понять. Бля, ну это ж карточка. Прайм в моменте. Лучший голкипер FIFA 20. Так, почему до сих пор 0-0? Непонятно. Надо как-то это... Как-то... Опять Бенедер. Я не верю в это дерьмо. Вы представляете, Бенедер уже в защите отрабатывает. Я хуй знает вообще, что происходит в этой игре. Нахер собирать какие-то креативные, интересные составы. Берешь Бенедера и просто, блядь, по всем позициям он тебя ебет. Ну, конечно, первый удар в к Яшину, это сразу гол. Так, пацаны, забегаем. Надо камбэч. Я не готов к этому дерьму проигрывать, поэтому сейчас сделаем вот так вот на финтюшку. Потом вот такую вот финтюшку. А потом Бенедер, блядь! Бля, уже сил нет на это дерьмо смотреть, бля. Это какая-то шутка, бля. Это какой-то юмор, бля. Посмотрите, блядь. Хай-хай, блядь, нахуй. По всему полю бегает этот чувак. Так. Давай! Блядь! Да какого хрена, блядь? Кто там высрался? Пытаешься играть красиво, какая-то хуйтень выходит, блядь. Не получается. Пожалуйста. Все, блядь. Летай, блядь. Заебешь, блядь. Так, опара. На! Бля, вы знаете, я на секунду поверил. Ну, вы посмотрите, какой лонгшот гениальный от опары. Ну вот это ка, это гений просто. Если бы не обоссанный вот этот вот костил, бля. Пожалуйста, дайте мне развинить кто-нибудь. Бенедер меня просто уничтожает. Я в шоке просто. Не, бля, он опять мячи отбирает. Я в ахуе. Это просто невероятная карточка. Дефолтный Бенедер, блядь. Он везде просто. Куда мяч не суй, блядь. Везде Бенедер, блядь. Так. Уэйн Рунивич. Оп. Ну, дальний. Дай, ага. Здесь нам нужно перекинуть. Хорош. Магиди, обожаю тебя. Так, ну вот, ребята. Чекайте. Сейчас будет шедевр. Хорош. Левая нога Уэйн Руни. Все. Выдохнули. Я вам говорю, спокуха — это залог успеха. Матч закончился, но результатом я недоволен, конечно, Яшин опять меня огорчил. Ну что, ребята, наверное, надо подвести итоги. Опять же, карточки, ради которых я собирал этот сквад, дают свои плоды. Магиди в связке с Куарежмой — это просто бомба. Уэйн Руни потихоньку начинает нравиться. Ну, Делф, Сколс так для сыгранности стояли, так же, как и Неста и Занетти. Вот этот вот серебряный парниша мне понравился. Сапара я уже, наверное, доиграю до конца FIFA, ну и Яшин, ну, блин, вы тут сами видели. Конечно, дико разочаровывает, что голкипер за один
миллион монет вот так вот отвратительно стоит на воротах, ну это просто уму непостижимо. Конечно же, как я его только купил, он сразу подешевел. Ну и что, ребята, самое сладенькое, пак со средним кумиром. Не знаю, во что верить, не знаю, чего ждать, но так или иначе хочется что-нибудь юзабельное к себе в команду. Какого-нибудь центрального полузащитника или, возможно, центрального защитника, потому что Неста меня совсем не устраивает. Давайте, без лишних слов, откроем пак. Будем верить в Эвсебио, Гулита, Пеле, Роналдиньо, в Мальдини того же. Очень много вариантов есть. Давай ей, не подведи. Неужели, блядь, я настолько сильно в чем-то провинился в этой жизни, что со мной такие невероятные вещи происходят? Вот какова, блядь, нахуй? Блядь, мне хочется плакать, серьезно. Ну каков шанс был, что мне упадет игрок, который у меня уже есть, блядь, в клубе? Хуль ты там тыкаешь, блядь? Блядь, я даже на Шмейхеля был согласен, вы понимаете? На Гатуза, на что угодно, блядь, другое. Ну, это игрок, который у меня уже есть в клубе. Его прайм-версия. Нахрен он мне всрался. 700 тысяч за эту сборку отдал. Просто дебил, блядь. Лучше и не скажешь.